Всем-всем огромный привет! Я хочу поделиться своей радостью. Ко мне сегодня приехал сюрприз. Сюрприз из Тюмени от Оленьки. Спасибо тебе, моя хорошая. Ты уже не первый раз меня балуешь, не первый раз делаешь такие неожиданные сюрпризы. Каждый раз, буквально чуть ли не с утра, я узнаю, что мне нужно идти на почту, и там что-то меня ждет. Спасибо, Оль, огромное. Понравилось все. Открыла я одна, урчала от всего сердца, все очень понравилось. Давайте я вам покажу, что же прислала мне Оля. Начну, ну, буквально, наверное, с бомбы подарка. Это вот такая вот красивенная, симпатичная сумка. Сумка выполнена из кожи мягкой, классной. Она как вот... прям мечта любой девочки с карманами. У нее два кармана по задней стенке. Такого красивого она цвета. Прям вау. Все знают, как я люблю зеленый цвет. Вот так она смотрится. Ну, прям вообще позитив летний. И внутри прям настолько мягенькая, настолько классная. Внутри вот такое отделение и... тоже из кожи отделение под телефончик. Шикарная сумка, Оля, и ты меня просто покорила ей. Спасибо тебе, это просто огромное-огромное спасибище. Даже не спасибо, вот такая вот красота ко мне приехала. Я с ней, наверное, сегодня спать лягу. Так она мне понравилась. Все было упаковано в таких красивых пакетиках. Пакет стоит с Эйфелевой башней, очень красивенький, вот такой, как-то, знаете, вот ощущение праздника. Вот такой был красивый большой пакетик. Ну, вообще, Оля, спасибо, продумала даже мелочи. Коробку открыла, и вот на меня какой-то праздник из нее буквально выпрыгнул. Давайте кое-что еще интересное покажу. Это вот такой мешочек. Это мешочек, получается, для бани. Да, наборчик. У меня ребенок сказал, какой классный. Я его повешу и свои мочалочки буду складывать. В набор входит вот такая мочалка симпатичная. Я так думаю, этот набор от Ифраше. Вот такое симпатичное, опять же, полотенчико. Оно классное тем, что очень удобно, как мини-версия. Когда делаешь маску, личико быстренько утереть. Вытереть. Да, сейчас мне скажут. Не так сказала. Вот такой вот он интересный, сделан в Китае, 100% хлопок. Но вот чувствуется, что это очень хороший хлопок. Спасибо китайцам. И также в набор входила вот такая щеточка, ножки обрабатывать, и пемза. Замечательный набор. Время от времени я люблю ходить в сауну с подружками. Буду брать туда. Ну и, наверное, будет висеть в ванной. Максимка, наверное, сложит свои банные принадлежности. Потому что такой смотрится как бы мужским, на его взгляд, вариантом. Давайте я вам еще кое-что интересное, не косметическое, покажу. Хочу начать вот с такой красотищи. Это Оля сделала своими руками. Это ручная работа, вышитый. Такой вот натюрморт, как это можно назвать? Ну, панно. Да, на стене будет смотреться. Ну, тут не показать, камера ниже. На стене будет смотреться, конечно, восхитительно. Очень красиво. Прям вот очень. Как мне так положить, чтобы вам было видно? Вот так. Следующее, что было в посылке, это вот такая красивая банка от Curtis. Черный чай, и чай идет с ягодами годжи, представляете, высший сорт тут написано, 70 грамм в банке, я открывать пока не буду, шикарный, конечно, оформление бесподобное, посмотрите, как красиво оформлено, очень понравилось, Оля, спасибо. Этот чай был не один.
Он был вот с такой еще спутницей. Принцесса Нури, черная смородина. Даже через фольгу пахнет вкусно смородинкой. Я люблю, когда варенье со смородиной, когда уходовые даже средства со смородиной, потому что она такая ароматная, она такая насыщенная. И я думаю, что этот чай будет очень вкусный и приятный. Оля, буду пользоваться. Да я думаю, не одна я буду пользоваться. Давайте покажу детскую радость. Максимка так обрадовался, говорит, ну вот, видишь, говорит, Оля обо мне подумала. И целых две шоколадки. Обе молочные, с лесным орехом и с орехом и изюмом. Спасибо тебе, Оля, огромное, и от ребенка. Максимка довольный, говорит, ну вот, все, моя радость есть. Хочу сразу еще показать открыточку. Она подписана. Такая красивая, такая милая. Так мне нравятся вот эти открытки. Виктория вроде Кирдей рисует. И здесь сзади написано, ну, помимо Олиных слов, на самой открытке. Сбалансированная диета – это когда вы держите в обеих руках совершенно одинаковые куски торта. Это не лишний вес, это дополнительные места для поцелуев. Так что берем по два куска торта. И можно спокойно, радостно кушать. Но теперь, наверное, к косметическим перейдем продуктам. Я хочу начать с тела. Все знают мою нежную любовь к кремам, молочкам, лосьонам, суфле для тела от Гамамелиса. Это нежное молочко для тела, для чувствительной кожи. Тут его много, 300 мл. Открывать пока не буду, тестировать аромат, потому что от Гамамелиса у меня раньше был гель для душа, жидкое мыло было. Сейчас есть шампунь, тоже мне прислала Оленька. Очень приятный такой аромат у него. Следующее, что для тела, это от Avon. Outspoken Patty, да, наверное, Ferchi. Вот такой лосьон. Это парфюмированный лосьон. Я его уже потестировала, он белого цвета. Такой он вкусный. Вот этот аромат очень приятный, такой сладковатый. И молочко, соответственно, тоже пахнет очень приятно и так сладковато. И третье молочко, которое было, тоже от Avon. Оля, ты меня избаловала. Он работает на увлажнение, роза и персик. Аромат бесподобный. Это молочко больше подходит для лета, когда не требуется сильной консистенции, сильно плотных текстур, когда нужно только увлажнение. Очень хороший, понравился. Дальше. Давайте гели покажу. Без геля не бывает посылок, правда? От Le Petit Marcellier сладкий миндаль. Миндаль я люблю, аромат орешков. Меня прям радует. Очень вкусный. И он действительно сладкий, такой, знаете, как конфетный миндаль. Так, как мне так поставить, чтобы вам было все видно и место было. Я такая радостная сегодня. Хожу, улыбаюсь всему миру. Сегодня еще и солнышко яркое, 18 градусов на солнце. Снег почти растаял, такая погода замечательная. Дальше от Yves Rocher. Это новинка. Оль, спасибо тебе, так приятно вообще. Лотос и шалфей. В аромате и так смотрится прямо нежно-нежно, еще цвет розовый такой приятный. И вторая новинка тоже от Yves Rocher, потому что так красиво смотрится. Я все на картинке смотрю. Это аромат Тиаре и Иланг-Иланг. Настолько классный аромат, так он мне понравился. Давайте еще разочек я его. Ой, вообще, наверное, в запасах не простоит. Наверное, я его достану. Для волос была маска от Планеты Спа. Сокровище Бразилии. Она такая фиолетового цвета, вот почти как тюбик. У меня когда-то была такая маска. Я ей пользовалась, и она мне очень понравилась. Вообще от Планеты Спа хорошие маски для волос. Сюда поставим. Я вот эту красоту закрывать не буду.
Следующее тоже для волос. Это от Edvon Technics. Спрей для окрашенных волос с UF-фильтром. Для всех типов волос. Это хорошо на лето, когда на солнце. Вот этот UF-фильтр хорошо защищает волосики от солнца. Ну и также, конечно, как при феном, при укладке феном или когда при сушке феном, тоже это средство очень хорошо подойдет. Дальше хочу показать для ножек. Красивые ножки, цитрус и мята. Вот такой спрей. Это тоже лето скоро, ножки хочется освежать. Они вечером, бывает, после дня горят. И такие вот средства очень хорошо освежают и облегчают такую вот тяжесть в ногах. В ступнях именно. Следующую пару хочу показать вместе. Так, сейчас я камеру обниму. Это весна, нежный называется. Крем для рук увлажняющий. В него входит экстракт календулы и экстракт семян кунжута. И скраб для рук мягкое очищение. Вот они так и в паре идут. Можно сначала скрабом, а потом кремом. 45 мл в скрабе и 75 стандартный объем в креме. Оля, спасибо. Это я люблю. Все знают, что Света это любит. Кафе красоты. Это тоже крем для рук с маслом миндаля. Снова мой любимый миндаль. Увлажняющий. 75 мл. Открывать пока не буду, а то я не справлюсь с моими запасами, которые пополнились. Очень заинтересовала от Гидровежиталь вот этот гель очищающий, свежее увлажнение называется. Входит растительный сок, удерживающий влагу. Получается, будет хорошо работать, когда необходимо увлажнение лицу. Сейчас у меня еще тоже, кстати, Оленька присылала от Green Mama большой объем 300 мл. Гель для умывания. Он очень экономный. Мне его хватит еще на очень долго. А этот пока постоит в запасах. Гелей у меня в запасах несколько штук стоит. Поэтому надо умываться чаще. Очень понравилась вот такая круглая баночка. Вы посмотрите, какое чудо. Оля, спасибо. Ты прям мне сердечко, смотрите, прислала. Самое настоящее такое ромашковое сердце. Я очень люблю ромашки, особенно садовые, разноцветные, когда вот в августе все сады в таких разноцветных, больших, крупных ромашках. Это крем для рук и тела, кажется. Нет, для лица и тела. 125 мл, он зафольгирован, я его открывать пока не буду. Спрячу, в заначку спрячу. Вот такой. Дальше еще от Yves Rocher. Бальзам. Очень люблю эти бальзамы. Все-таки вот в стиках бальзамы самые лучшие, наверное. От Yves Rocher мне очень подходят бальзамы. Здесь пряные цукаты, апельсин и корица. Ну, серия пряные цукаты. Аромат апельсина и корицы. С огромнейшим удовольствием буду пользоваться. У меня такой в запасах. И вот один из них пойдет сейчас мне на полочку, потому что у меня в пустые баночки только-только бальзам от Yves Rocher ушел. Скоро покажу. И вот один из этих бальзамчиков обязательно открою. Когда есть два, один сразу хочется открыть. Ну и, конечно, мыло. Давайте я вам мыло-то покажу. Деликея название. Такое оно красивое. Прямо хочется в него залезть и туда погрузиться. Входит цветы белого персика, масло манго, 80 грамм в кусочке. Ой, вообще. Аромат бесподобный. Вообще, аромат прямо вау какой. Так, как нам с вами отъехать, чтобы все захватить? Вот так. Бразильский манго. Очень красивый. Тут желтенький. Переходит прям градиент в красный. Такая красота. Следующий. Ну, тут на английском написано. Я уж не буду умничать своим английским. Опять пол ютуба ржать будут. Но пахнет вкусно. Нежно, вкусно так пахнет. Приятно. Такой кусочек.
Ну и мой любимый фраше. Самые ароматные кусочки в фраше. Ну, конечно, не самые. Есть тоже ароматные в других фирмах, но у фраше, конечно, ароматы на высоте. Каждый. Пахнет вкусно-вкусно. Этот пахнет лавандой с ежевикой. И именно ежевика так украшает лаванду, что больше аромат ежевики. Он перебивает лаванду, и она прямо нежно-нежно пахнет, сладко и нежно, больше ежевичкой. Следующее, что я вам покажу, это меня очень рассмешило. Это маска. Маска для лица. Она идет увлажняющая, обещает придать коже упругость, эластичность, увлажняет, успокаивает. Рассмешила меня вот это вот этот значок. Ультрамягкая 3D лекала с двойным креплением за ушами. Не свалится. Можете ее надеть и танцевать, не знаете, сколько времени. Минут, наверное, да, 20 минут можете плясать, и она никуда не денется, потому что она прикрепится двумя аж креплениями за ушами. Ой, Оль, спасибо. Позитив, а не маска прямо. И еще одна пара, это шампунь и кондиционер от Yves Rocher. Я так думаю, это у них, скорее всего, наверное, новинка будет. А может быть, уже есть в продаже. Ну вот, у меня будет пробник. Кстати, второй. У меня уже есть такая одна пара. И я точно распробую. Если я в течение недели 2 раза помою вот этими пробниками, то будет вообще классно. Распробую точно эту пару. Вот такая шикарная посылка-сюрприз, которая привела меня просто в дикий восторг. От сумки я, ну, не знаю, я в себя долго, наверное, еще не приду. Спасибо тебе, Оля, огромное, огромнейшее тебе спасибо за то, что ты лично для меня своими руками сделала такую красоту. Обязательно повешу к моим тюльпанчикам на кухне. Очень-очень подходит. И буду с огромным удовольствием пользоваться. Спасибо всем, кто был со мной, кто радовался вместе со мной этой посылке, сюрпризу. Оленька, тебе огромное-огромное спасибо. Я желаю тебе огромного счастья, всей твоей семье только радости. Спасибо, моя хорошая. Всем до новых встреч и всем пока.